Всем привет! Это снова я. Да, я вернулась. Я ухожу, обещаю вернуться. Возвращаюсь периодически, надо признать. Вот, я снимаю видео, потому что, как я и говорила, я буду снимать видео, когда что-то интересное происходит. Может быть, кто-то из вас знает, кто-то не знает. Наверное, большинство не знает. А я сейчас нахожусь в Хобарте. Это в Тасмании. Это на самом-самом юге Австралии. Так что, я надеюсь, сзади немножко видов видно. Я еще поснимала, будут отдельные вставочки, но можно посмотреть на заднем фоне. Собственно, коротко по делу. Я прилетела сегодня в обед. Сейчас где-то 5 часов, я прилетела где-то в час. Уже успела сходить в местный музей. Исторический, так называемый. Там меня на солнце, наверное, не видно. Вот сейчас я нахожусь, на месте, такой самой исторической части Хобарта, основана в 1804 году, когда, собственно, основали здесь поселение, высадился корабль, и они, собственно, решили, что здесь будет Хобарт. Такое историческое место здесь. Собственно, это как пирсы, причалы, там стоят пары кораблей, яхты. Ну, в общем, такая прогулочная зона сейчас. Исторические здания позади меня, то есть это, я так понимаю, вот университет Тасмании, я пока не знаю, что здесь, видно, да? Вот, ну, пока здесь красиво, да, я так понимаю, что этот город не особо большой, я пока не успела все посмотреть. Но пока мне здесь нравится, мне на самом деле повезло с погодой, я не жалуюсь, потому что сегодня здесь 27, обещают чуть не до 32. Я, конечно, понимаю, что здесь лето везде в Австралии, но Тасмания, как странно звучит, находится сильно южнее Сиднея, сильно южнее Мельбурна. Но, собственно, как мы в южном полушарии, южнее означает ближе к Антарктике, то есть холоднее. Но мне повезло с погодой. Будет единственное, в последний день моего визита будет попрохладнее, но прохладнее, 20 градусов. Я надеюсь, что застать побольше теплого. Для тех, кто смотрит это видео позже, сегодня 24 января, середина лета у нас здесь. Я буду в Хобарте с сегодняшнего дня до 29 включительно, я лечу обратно вечером 29. Собственно, причина, по которой я здесь, как многие, наверное, подозревают, что единственная причина, которая может меня заставить куда-то выехать из Сиднея, это, да, кубик Рубика. Я буду участвовать в соревнованиях по кубику Рубика в субботу. А до этого времени я запланировала, ну, надеюсь, все сложится, немножко взбирание на самую высокую точку Тасмании, вот она, гора Маунт Веллингтон, завтра, либо послезавтра. И послезавтра, кстати, День Австралии, возможно, какой-нибудь салют будет здесь, если мне повезет. Еще здесь есть в Хобарте пара интересных мест Мона, музей старых и новых искусств, так. Плохой перевод, да. То есть это музей современного искусства, он очень такой популярный, сильно известен во всей Австралии. Планирую на него чуть не целый день, как пойдет. Еще у меня запланирована поездка в порт Артур. Это тоже одно из, по-моему, самое даже старейшее поселение в Тасмании. Бывшая тюрьма, к слову. Посмотрим, как это воскресенье у меня, по-моему. Посмотрим остальное по возможности. Ну да, на самом деле кубик Рубика, конечно, да, мне надо практиковаться, но... Как пойдет. Ладно, это мои первые впечатления о Хобарте. И до новых встреч. Пока.